Вардовщики. Вот ты снимешь, Гаврилов купит компьютер, и я себе перекатаю. Угу. Ага. Хорошо, Владимир Иванович, сделаем. Спасибо. Владимир Иванович, скажите что-нибудь. Для нашего родного питерского телевидения в городе Гонконге, да. Юго-Восточной Азии. Что да, вы приветствуете всех питерцев? Много слышу. Питерцев приветствуете? Да, да. Хорошо, ура! Выброска пошла. Начали. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Теперь можешь следовать дальше. Теперь можно. Да. Пожалуйста. Так, проходите. Что вы этим хотите сказать, что вы заработались? Я заработался. Да. Я бы уже давно закончил, если не некоторые товарищи. Так, так, так. Сейчас обязательно. Сейчас я сниму, мне там должен окна прочистить. Обязательно. Окна? У вас есть окна? Я уже в городе должен быть. Я еще так, а вы такой разве не из города? Я думаю, такие вы приходите из Шанхая. Вот как сейчас вы сюда посмотрите, пожалуйста, на родных и близких. Вот так. Йович, доваляйте, в белом халате. Да, 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 в белом, белом. Вот доверь ему белый халат, он что с ним сделает, да. Так, ну улыбнитесь. Да, и тут выхожу я. Улыбнитесь. Операционный брат. Отлично. Так, брови, да, брови, пожалуйста, разлохматьте брови. Так, хорошо. Как у Брежнева, да? Хорошо, хорошо. Отлично. Все. Нормально? Да.
район Андрамурас, основанный еще испанцами. Самый старый район Манилы. Считается фешенебельный район, где много банков, офисов. Сочетание бедности, глубокой бедности и такой жизни, такое богатство. Бедность граничит с нищетой, богатство с роскошью. Фешенебельный район, но тут все опутано электропроводами. Все коммуникации наверху. Жарко, душно. Тропики, одним словом. В офисах работают кондиционеры, но на улице, естественно, кондиционеров нет. Влажность большая, море рядом. Так они и живут, филиппинцы. Появился испанский собор, также построенный в старом районе, в районе Интрамурас. Велорикша. Так они отдыхают. Тоже пикник. Тоже филиппинская экзотика. Очевидно, блох ищет. Вот там подходит буксир, у меня было с какой-то суденышко. Чуть его не раздавили. Вот это вот. Между нами буксиром ляпается. А это уже наш буксир.